Всем доброе утреца! Сегодня 28 мая 2021 год. Решила я традиционно снять погодка, какая у нас, потому что смотреть в телефон это одно, а наблюдать, что мы видим с окна, это другое. Но сейчас вот застала, у нас же гимназия Салахова во дворе. То ли сегодня какой-то экзамен, и то ли, ну, видимо, откуда-то других вот этих деток. Я, насколько помню, там вроде меняются школами, да, чтобы не в родных стенах сдавать всякие ЕГЭ и так далее. Что вы знаете об этом? Напишите. Мне было бы интересно узнать. Вот. Эх, деревья-то распустились. Распустили косы, что плохо видно. Видите, прям очень много-много такими стройными рядами. Там вот через дорогу у нас есть школа, но она, по-моему, простая, насколько я помню. Видите, вот стройными рядами. Сегодня у нас детки сдают экзамены. Чуть не пойму, там в масках или без масок хоть. Что-то. Видите, одетые. Ну, одетые почему? Плюс 3 градуса, ребятки. Давайте. Вот видите, идут на экзамен. Ну что, ни пуха ни пера этим деткам. И смотрите, ребятушки, что-то я вообще не поняла. Сегодня потепление днем обещали до плюс 7. Встала, было плюс 5. Сейчас смотрите, плюс 3. Я чуть не поняла, на понижение, что ли. По ощущениям минус 1. Ветер все северный. 5 метров, ну, мне кажется, поболее. Видите, сегодня потепление было обещано плюс 7, в 5 вечера аж плюс 8 на часочек, а потом плюс 7. Ну, то есть до плюс 7 как бы супер потепление. Ой, и помните, прошлую субботу я на дачу ездила? Ура, у нас будет традиция, выходные, ну, вообще как полулето. Видите, завтра ночью этой плюс 3, а днем плюс 17, плюс 20, ну и понедельник уже похолодание. Ну дай бог, ребятки, ждем. Но сегодня я вообще в шоке. Вот было плюс 5, хотела снимать погоду, и у нас плюс 3 градуса. Блин, я даже не знаю, что сегодня одевать, если честно. Влажность 58, давление 764 миллиметров ртутного столба. Так, и хотела... И, ну, будет пасмурно, судя по тучкам. Солнце не обещано. Солнце, причем, не обещано ни сегодня, ни завтра, ни на ближайшую неделю после выходных. Вот такая вот у нас погодка на севере. Так, что-то они там остановились. Ну, да бог с ними. Вот такая вот погодка, ребятушки. Небо серое. Но оно, в принципе, и не прояснялось после вчерашнего дня. Ветер, видите, чуть-чуть это, дымок так, не совсем под углом 90 градусов. Ведь чуть-чуть приподнят, это значит, хоть маленечко ослаб. Но опять же, штиля нет, потому что дым к небу не идет. Направление северное, лужи чуть-чуть подсыхают, вот эти лужи, чуть-чуть. Извините, что так вздыхаю, но когда я вижу плюс 3 градуса 28 мая, без духов здесь, к сожалению, не обойтись. Кстати, скажите, как звук? Я сейчас снимаю без наушников, вот. Надеюсь, что, видите, народ в курточках идет. Ну, а куда? Я же объясняла, куда сейчас куртка плюс 3. То есть это не важно, что за окном там конец мая, там через пару дней уже и 1 июня, начало лета. То есть надо одеваться по погоде, ну и обязательно смотреть, что там у нас по градусам. Либо в телефон, либо держать свой градусник. У нас, кстати, был за окном, но от мороза отваливается вот это все дело. Даже если привинтить вот эти пластмасски, они не выдерживают. Ровно как и на сеточках. Сейчас я не ставила сетку, там вот эти пластмасски, они просто разрушаются за сезон зимы, весны и осени. Поэтому я смотрю либо на телефоне обычно, либо на планшете. Вот такая вот у нас погодка. Северная, что ни на есть северная. Самая настоящая. Ну, прогулочки, я не знаю. Видите, детки все одеты. Ну, а как? Все снова у нас ходят в шапочках.
Мужчина сейчас без шапки, может, с машины идет. В детский садик, наверное, вот этих деток ведет. Детки одеты в шапочках, в штанишках. Что-то девочки... А, им, кстати, перчатки, наверное, забыл, видите? Руки в карманах, потому что рукам холодно. Но это и логично. Видите, они даже не достают эти руки из карманов. Ну, а сегодня, ребятушки, эта рубрика традиционно у меня «Погода на улице». Ну, сегодня ожидается интересное видео, поэтому подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, и вам придет уведомление, как я только выложу сегодня новое интересное видео, ну и вообще на будущее. Вам будут приходить, пуш-уведомления или там, не знаю, как вы себе организуете уже в настройках. Но сам факт, главное, сделайте подписаться, нажать на колокольчик, и вам придет уведомление. Поэтому вы будете в курсе нашей северной жизни. Ну, я снимаю на разную тематику, снимаю жизнь на севере, снимаю интересные обзорчики магазинов, косметики, да и не только, и какие-то рецепты тоже интересные, которые могут пригодиться, тоже, в принципе, снимаю. Ну, сегодня у нас пятница. Поздравляю те, кто у кого 5-дневная рабочая неделя с пятницей. Впереди выходные. Желаю сегодня продуктивного рабочего дня. Те, кто отдыхает, отличного отдыха, отличного настроения. Ну и, ребята, положа руку на сердце, непогода, как на севере. Ну, правда, не пожелаю. Нынче нас весна отжигает по полной. Решила, видимо, проверить на прочность северян. Знаете, сегодня надо тепло одеваться. Вон женщина правильно эту береточку одела, пальто тепленькое, стеганое, и быстро идет, видимо, замерзла уже. Поэтому, так что желаю вам летней погодки и всего самого-самого хорошего. Ну все, оставайтесь со мной на связи. До новых видео, до новой встречи. Ну все, всем пока-пока.